Добрый день. Видеообзор на ноутбук Lenovo IdeaPad под гейминг. На всякий случай пароль от системы. Система была скинута, свежая. Информации никакой тут практически нет. Только мы пользовались чисто для тестов, посмотреть там пару игр установить и все. Итак, начнем. На данный момент идет практически 10 минут уже тест формерк. Температура держится прям стабильная. Без обрыва, все нормально. Все хорошо. Думаю, на этом достаточно. Электропитание. Здесь степень износа батареи всего лишь 1%. Состояние батареи 100%. То есть все хорошо, все отлично. Характеристики монитора. Никаких на нем засветов нет, ничего. Ноутбук, можно сказать, в идеальном состоянии. Также вы просили проверить на Crystal Disk. 99%. 256 гигабайт SSD диск. Тоже все в порядке. Пробовали вот подобные игрушки запускать. Все идет на максимальной графике. Ничего не тормозит, не глючит. На данный момент подключен к нашему Wi-Fi. Соответственно, Wi-Fi модуль рабочий. Давайте сделаем небольшой тест экрана. Никаких битых пикселей нет, все в порядке. Тест веб-камеры. Камера видит, все в порядке. Раз, раз, раз. Что-то здесь. Здравствуйте, сейчас подождите. Возможно, не стоит драйверов на микрофон. Почему-то микрофон не отзывается. Звук у ноутбука рабочий. Все в порядке, все работает. И тест клавиатуры.
Клавиатура полностью исправна. И USB порты. Первый USB порт. Второй USB порт. Ну их всего два. Внешний ноутбук в отличном состоянии, нет никаких ни сколов, ни царапин, ни трещин. В комплекте родное зарядное устройство. Болты все на месте, не крученные. Пыли в кулерах нет, чистый хороший ноутбук. В отличном состоянии. Спасибо за просмотр.